Девочки, добрый день. Всем привет из Зары. Снова я в Заре. Я вам хочу сказать, мы здесь недавно были. Я надеюсь, что я перекрикиваю музыку. Но я, знаете, шла из Массимо Дутти, мое предыдущее видео, проходила мимо Зары и увидела просто буйство зеленого. А вы знаете, как я люблю зеленый цвет. И камера, черт, не передает. Здесь такой цвет примерочный. Но у меня такая куча зеленых вещей, обалденных, совершенно таких красивых. И меня как бы дали взять все, что я хочу, с собой в примерочную, так что свой аутфит мне показывают, то же самое, что было в прошлый раз, снимаю в тот же день по дороге из Массимо Дутти, но посмотрите, какие потрясающе красивые зеленые вещи есть в Заре. Давайте примерять скорее. Обалденной красоты платье, на мой взгляд, девочки. Опять же, когда я говорю обалденной красоты и высказываю какие-то безумные восторги по поводу того, что я меряю, это на мой взгляд. Я знаю, что очень многим не нравится. Очень многие считают, что Зара — это ге на палке. И в этом есть некоторая, как бы, правда жизни, но что касается фасонов и расцветок, я никогда... ведь, ну, как бы трудно с Зарой кому-то сравниться. Любой масс-маркет, H&M, в общем, ну, опять же, это на мой вкус, поэтому вкусовщина, поэтому давайте не будем сейчас углубляться в подробности. Вот, показывала вам это платье, мои бордовые ботиночки, в которых я была в Массимо Дутти, как вы помните, совсем не в тему, потому что у меня все зеленое, но так вышло. Очень красивое платье, необыкновенной красоты, на мой взгляд. Такая красивая расцветка, она такая зеленая, с черным, с белым, немножко голубой. Ну, в общем, все оттенки зеленого, и это очень красиво выглядит. По-моему, к этому платью очень-очень подходит этот пиджак. Ух, черт, этикетка всю красоту портит. Размер large, он немножко великоват, но вообще, в принципе, посмотрите, очень-очень подходит по оттенку. Здесь такой зеленовато-голубоватый, и в платье тоже очень много таких же цветов. И вот эта вот его длина такая, знаете, коротенький пиджачок, вот такой вот клёш платья, мне кажется, очень красиво. Кстати, платье сшито, видите, из нескольких тканей. Есть ткань с более мелким рисунком, такой же рисунок, но более крупный. Это всегда очень красиво. Видите, вот эта вот часть у него сделана более мелкая, вот эта более крупная. Красиво. Так, пиджачок я примеряла размер large. Он стоит $140. И красивый такой пиджак под Шанель, знаете, вот с такими вот красивыми золотыми пуговицами, кармашки здесь. Такой воротничок с стоечкой, здесь рукава не обработанные, карманчики такие тоже не совсем обработанные. Низ такой, знаете, немножко махрушкой такой. Очень красивый пиджак, очень красивый, я считаю. Платье у нас тоже размер large, я примеряла, стоит оно $80. Я посмотрю состав. Пиджак я не стала, но я думаю, что это синтетика. Я не думаю, что в нем есть какая-то шерсть, хотя и могу. Оно сделано с поясом, сзади на замке. И вот видите, вот у него сочетание двух тканей одинаковых, но разного как бы скейла, разный масштаб. И при этом, вот видите, с одной стороны, здесь рукав с больших таких вот, большим рисунком, а здесь рукав с маленьким рисунком. И, в общем, вот так вот оно все скомбинировано. Это очень интересное сочетание. Я считаю, что очень красивое платье. И состав его, кстати, 100% вискоза, что, в общем-то, очень неплохо для платья за $80. В Массимо Дутти мы мерили за $200 100% вискоза, помните, да? Окей. А пиджак, между прочим, я так пренебрежительно сказала, что он, скорее всего, 100% синтетика, так вот он сделан из 100% хлопка, а подкладка из 100% вискоза, представляете? Вот, и стоит он $140, не так уж и страшно для такого хорошего состава. Совершенно обалденное платье. Правда, размер экстра ларч, поэтому оно так немножко странно на мне сидит. Не было ларч, не было медиум даже. Был только смол, экстра смол и экстра ларч. И экстра-экстра ларч, по-моему, если я что-то не путаю. Не передает цвет камера. Вот так вот, наверное, лучше показывает цвет. Такое, знаете, а-ля шелковое платье.
Очень интересный фасон, запах. Тут оно завязывается на веревочке. Тут у него такой вот тоже бант. Вы помните, я когда примеряла, что нам надеть на Новый год, там было платье сиреневое, короткое. Вот из похожей ткани. И очень точно такой же фасон. Только оно было коротенькое, а это, в общем-то, длинное, в пол. И здесь вот это вот все выглядит лучше, потому что размер намного больше. Тоже карманчик, очень точно такой же. Единственное, что мне кажется, здесь ткань получше. Там была ткань совсем такая синтетика, тонкая, а это такая довольно плотная ткань. Очень красивое платье, супер красивое. Посмотрите, какой шикарный, великолепный пиджак. Наверное, медиум. Потому что она мне не застегивается, а может и ларч. Я уже даже что-то не помню. На мне уже, наверное, и ларч не застегивается. И еще вот этот узел здесь, он как бы мешает. Но, в принципе, посмотрите, какой красивый, потрясающий красивый цвет. И ткань вот такая вот буклированная. Твид. Очень красивый. Очень красиво с этим платьем. Мне кажется, что они вместе очень красиво сочетаются. Девочки, как вы считаете? И бордовые сапожки. Совсем не в тему. Вы знаете, что я только сейчас поняла, что я ведь вам примеряю монохром, зеленый монохром. У нас с вами будет видео о зеленом монохроме из Зары. Во как. Вот вам и контент. А, сапоги только подкачали. Ну, вы же знаете историю, откуда я иду. И, в общем-то, я не подготовилась. Случайно так вышло. Пиджак я примеряла ларч, который на мне тоже не застегивается уже. Красиво, красиво живем. Стоит он $100. Это, конечно, шок, шок. Не цена, а размер, я имею в виду. Ну вот посмотрите, какая у него красивая ткань. И пуговицы серебряные, по-моему, да. Серебряные пуговицы, пуговицы на манжете. Очень красиво. Сейчас посмотрим состав его. Но, судя по цене, наверное, в нем все-таки много синтетики, но он очень красивый, просто очень красивый. А, из хороших материалов у него 20% хлопок, все остальное, видите, полиэстер, акрил и подкладка 100% ацетат, по-моему, да? Да, 100% ацетат. Вот такой состав. Ну, тоже много катона, неплохо, неплохо. Платьишко у нас экстра ларч, дожили. Ну, оно мне велико, надо сказать. Свое оправдание, скажу, что оно мне велико. $100 оно стоит, дороговато, конечно. Значит, так вот оно сделано. Здесь, видите, завязки внутри. И вот здесь вот завязывается вот на этот бант. И я думаю, что $100 оно стоит, потому что у него какая-то хорошая ткань. Видите, вот оно снаружи блестящее, а внутри она такая вот как... даже не знаю, как это объяснить, но такая тяжелая, как такой тяжелый шелк. Я понимаю, что это, конечно, не шелк, но сейчас посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Значит, 100% вискоза. Странно, что вот это платье другое, которое я мерила, вот это, оно тоже 100% вискоза, стоит 80. Это 100% вискоза стоит 100. Но мне кажется, здесь такая ткань потоньше, а здесь такой, знаете, хороший такой тяжелый такой... ощущение тяжелой такой ткани, как будто вот я что ли, как будто какой-то хороший тяжелый шелк. Так что вот, может быть, поэтому оно стоит дороже. Еще одно потрясающее зеленое платье, зеленое с черным. Это такое типичное платье-парашют. Платье-парашюты, наверное, уже не так актуальны, не так супер трендовые, как они были, но, на мой взгляд, это такое платье, которое никогда не должно выходить из моды, потому что, вот видите, оно при всем его вот такой вот ширине и какой-то такой вот не подчеркивание фигуры, но оно довольно хорошо выглядит на фигуре. Вот оно, в принципе, как-то вот так вот сужает все. Правда же? Мне так кажется, девочки, да? Очень красивое платье. Мне очень нравится его расцветка. Мне очень нравится его фасон. Просто очень нравится. Не знаю, сколько оно стоит, сейчас посмотрим. Здесь оно на пуговицах. Вот до сих пор. И дальше парашют. Thank you.
Я еще принесла такой зеленый свитер, решила померить его с этим платьем сверху, как использовать платье как юбку. Немножко он в тон не вписывается, но в принципе, по-моему, тоже очень хорошо, очень красиво. Ярко, прям такой ярко-зеленый цвет. И он такой широкий, у него широкий рукав. По-моему, это ларч. Надо было, может быть, взять не медиум, как-то великоват. Уж очень оверсайз. Большое высокое горло. Опять же, горло мягкое, такое не давит, не жмет, а такое свободное горло. Очень красивый цвет, я считаю. Потрясающий цвет. И очень хорошо выглядит, по-моему, с чем угодно. Вот, знаете, любые черные джинсы, черную юбку. Сверху надеть этот свитер, и вы прям засияете. Я еще решила померить это платье с этим пиджаком. Это такое смешение стилей, потому что вот платье-парашют – это такое явное бухло. А вот это такой пиджак делового стиля, очень элегантного такого, знаете, коротенький пиджачок с золотыми пуговицами. И они, в принципе, по идее, не должны сочетаться. Но, на мой взгляд, они выглядят очень неплохо вместе. Вот правда же? Можно ли сочетать платье бухло с твидовым пиджаком в стиле Шанель? Я думаю, что можно. Особенно если учесть, что они очень-очень хорошо сочетаются по цветам. Это платье у нас размер large, и оно стоит $80. Это из линейки, по-моему, Join. Нет, The Karen Dress. Я даже не знаю, что это за линейка. Надо мне потом почитать. Join Life. Почему-то оно так называется, но надо почитать про это. Не знаю я про эту линейку. И состав его тоже 100% вискоза. Вы знаете, девочки, я сначала не хотела снимать вообще состав. Ну, зараз же, да, что там снимать? Но увидев, что один пиджак сделан из катона, платье сделано из вискозы, я решила все-таки проверять состав. И вот все платья, которые мы до сих пор мерили, они все из 100% вискозы. Цена от 80 до $100. Одно платье было $100 из вискозы. Очень клевые джинсы, очень клешные. Посмотрите, не длинные мне, на удивление, они мне хороши по длине. Это просто вообще чудо чудесное. Они, знаете, немножко с эластаном. Вот это не просто джинсы, они такие, знаете, как с лайкрой. Нет, не лайкрой, неправильно я говорю, не лайкра, а стретч немножко, со стретчем. Честно сказать, немножко они мне маловаты. Это 8 размер, и пуговицу я бы могла ее застегнуть, у них такая интересная сверху пуговица, но я не застегнула ее потому, что она, в принципе, сходится на мне, но здесь вот петля очень маленькая. Я с трудом расстегнула ее, чтобы надеть на себя, и подумала, что если я сейчас застегну ее, то я потом из них не вылезу никогда. Очень высокая талия, и странно, что у них нету карманов здесь, а есть только карманы сзади. А вот здесь, вот как обычно, в джинсах карманов нет. Так странно. Ну все, давайте я выпущу свитер, чтобы не позориться своим толстым животом. Но, в принципе, джинсы классные, очень классные. Они такие, такой красивый, приятный такой зеленый цвет. Темно-зеленый. И они, в принципе, очень такие хорошие фасоны. Такие очень клешные. Класс, мне очень нравится. Я еще принесла вот такое замечательно красивое коротенькое пальтишко, но размер медиум, оно мне маловато, тем более на толстый свитер. За каким-то чертом сделали громче музыку. Теперь я должна вообще орать, как резаная. Надеюсь, что переору ее. Так, девочки, смотрите, какое симпатичное пальтишко. Оно такое немножко детское, знаете, такой фасон. Коротенькое такое, знаете, вот фасончик такой с золотыми пуговичками, но очень симпатичное, немножко на свитер, на этот, оно мне мало. Сейчас я, знаете, что попробую со своей кофтой померить и с этими джинсами, со своим свитером тонким. Вот я примерила его на свой, на тонкий свитер мой, отошли ему немножко от монохрома, и оно, в принципе, нормально. Ну, наверное, оно на мне не застегнется, или застегнется оно с большим трудом. Как мои кольца подходят к этим пуговицам, прямо комплект. Так, ну вот, в принципе, застегивается. Ну, так, плотновато, конечно, хотя свитер на мне
очень тонкий. То есть, в принципе, если бы оно было бы large, было бы намного лучше. Но опять же, размеры примеряю те, которые есть в наличии в магазине. Не обижайтесь на меня, девочки, но пальто симпатичное, очень симпатичное. И с джинсами, с этими, довольно неплохо. Так, значит, свитер у нас был размер large. Можно было бы и меньше, он, конечно, великоват. Мне немножко, $60 он стоит. Давайте посмотрим состав. Так, состав сплошная синтетика, конечно, 76 акрил, полиэстер, полиамид, в общем, ну, да, я и не ожидала от него шерсти в этом свитере, за $60 тем более. Пальтишко у нас стоит $160, примеряли мы размер medium, нужно было, конечно, large, но, опять же, не было в магазине. И давайте смотреть состав его. У него очень сложный состав, знаете, они так много пишут, там у них разный состав подкладки, в рукавах и не в рукавах, в общем, короче. А само пальто 65% полиэстер и 35% вискоза, и подкладка 100% вискоза. Смотрите, как прикольно этот пиджак с этими джинсами. Мне кажется, это так классно тоже. Джинсы такие, знаете, не выходные совсем, и такие очень casual. И вот этот вот пиджак тоже, опять же, такой с плечами, с пуговицами блестящими в стиле Шанель. Очень красиво. И можно что-то надеть вниз, не обязательно, если у вас здесь как бы подходит, то вот этот такой темно-бордовый, темно-лиловый свитер, который на мне, тоже вполне неплохо с этим выглядит. Так, джинсы были размер 40 или американский 8. Стоят они $60, ну и состав, видимо, катун с какой-то синтетикой, немножко с эластаном, потому что они тянутся. Еще одно очень красивое платье с очень глубоким вырезом, поэтому мне кажется, что оно может быть как даже как вечернее. Посмотрите, как интересно у него сделан рукав, видите? Вот он, рукав реглан, и здесь такая защипа на плече. Это очень красиво выглядит, очень необычно, разрез. В принципе, можно это платье вполне использовать как вечернее платье. Здесь вот так собрано, декольтаж, конечно же, колоссальный. В принципе, красивое платье, широкий такой, широкий рукав на манжете, здесь пуговичка. Красивое платье, мне очень нравится. Немножко облегает меня эту матч, но мне нужно здесь что-то другое надеть, тогда будет лучше выглядеть. И оно не совсем такое зеленое, оно такое зелено-синеватое. Немножко тороплюсь, потому что тут музыка и вообще уже поздно, мне уже надо давно быть дома, а я тут все перед зеркалом выписываю пасы и живот втягиваю. Опять же, по цвету оно идеально подходит к этому пиджаку, видите? И из такого более или менее нарядного платья превращается в совсем такое повседневное. Вполне можно так носить на работу, ходить, нитки лезут из этого пиджака. Вот, и я думаю, что и живот прикрывает, в общем, и декольте прикрывает, все, что нужно. С пиджаком шикарно, и цвет вообще один в один подходит, один в один, видите? Смотрите, как красиво. Опять же, тоже такое, знаете, смешение стилей. Вот этот пиджак под Шанель и, в общем-то, довольно такое выходное с разрезом платье. Но мне кажется, что хорошо. Платье у нас размера large. Стоит оно $79.90, $80. Это линейка Joy & Life. Видите, как интересно, я пыталась вам показать, как интересно у него сделано плечо. И вот такой вот широкий рукав, манжет с пуговичкой. И состав у него 100% полиэстер. Как странно, что у них и вискоза, и полиэстер все стоит одинаково. Ну, так. Такая у них политика. Все, дорогие девочки, вот такие у нас сегодня были примерки в магазине Zara. Зеленый монохром. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось, то поставьте мне лайк, не пожалейте. Я сильно старалась и очень сильно работала для вас. И подписывайтесь на мой канал, если вы смотрите меня и вы до сих пор еще не подписаны. А мы с вами увидимся в следующем видео. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока, бай!